Давай, подходи, подходи, подходи. Ага, ускакал очкошник. Давай, Да. Вот это было мощно. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Профит, Заварной Кофе, Кусенек, Подлючка, Фриз, Сахар, Пика, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет, Всем привет. Ребята, наконец-то вышел полноценный Скибиди туалет, доделанный, и очень круто будет нас мочить. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас выживание в школе Балди от Скибиди туалета. Погнали. Давайте проверим, он должен дверь открывать. Кстати, он двери ломает, вы видите? Ого, он мочит. Дима, а чё неадекватный? Хороший. А, он двери поломал. А да, это же другие двери. Молодец. Ставлю много. Ставлю очень-очень много их, пацаны. Готовьтесь, их тут три вида. А я сейчас комнату закрыл просто. Шучу. Так, много ставим туалетов, ребята. Не забываем подписываться на канал и ставить лайкосик, если этот ролик вам понравится. Будет много тысяч лайков, мы будем убегать от скибиди туалетов на машинах. Это будет вообще круто. Они прям по всей карте. Слышите эти звуки? Они везде. Да. Дима, умирай, пожалуйста, как не, тебе. Не буду умирать. Кто сейчас умрет, тот лох. Давайте посмотрим, кто из нас лох. Давай. Давай, Дима, умирай, пожалуйста. Не-не-не, вот с этого момента будем наблюдать, ребята. Но они, конечно, очень быстрые и жестко мочат. Да блин, извиняюсь. Есть! Есть подлючка! Лох! Да меня просто пролагала игра. Я двери закрываю за ними. Блин, ну все, я уже не лох, я поддался ему. Тим, беги в столовку, мы там. Я бегу. Очень нравится мне этот мод тем, что он может открывать двери. Не все NextBot'ы двери умеют открывать. Обычно они стоят и тупят. Так, закрываем двери. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А! Не, лучше двери оставлять открытыми. Давайте проверим, можно вообще убегать? Да, бенни-хопа можно, ребята, убегать, и это очень хорошо. Так стояй, беги, блин. Вы чё? Сахар, я тебя убью сейчас. Ребята, если вы хотите с нами пообщаться и классно провести время, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. У нас-то уже 43 700 человек около того. Все, я вырвался, и теперь я могу спокойно постоять и передохнуть. Но они, конечно, очень мощные. Мне кажется, надо еще, да, ставить? Да ставь, мало. Ставлю еще, ребята, потом сейчас полечу на то же место. А можно я постою в уголке и выжу? Ну давай. Все, я стою. Еще поставил 9 штук, давайте 10. Итого уже будет 20 штук. Только не стой. Ух ты! А, беги! Беги, беги, беги! Пацаны, бегите, не останавливайся, не оглядывайся. Просто бегите. Они быстрые. На улицу. Лучше на улицу бежать, мне кажется, это будет получше. Вот их приманил от нас. О! Класс, они застряли. Они ничего сделать не могут. Да зачем ты их выпустил? Это не я, это ты их выпустил. Я не выпускал их, кто-то их физганом поправил. Хотел близко подойти рассмотреть их. Это было круто. Ого, их тут. Да блин. А что у них за тусовка тут туалетная? Надо их физганом, кстати, потрогать и выпустить их. Я иду туда, на то место. А за что трогать, за глаза? За жопу. В туалете есть жопа? Он возле меня уже. Ой. Все, никого нету. Смотрите, как круто, когда тихо. Так, идемте их выпускать. Так, он не ко мне, он за мной. Отлично. О, ты их выпустил, да? Они тут толпой стояли. Отлично, молодец. О, убили. Кстати, вот такая вот музыка, когда играет, значит, кого-то убили они. А прикол в том, что там три параши с этих дверей. Не широкие слишком. Да, они застреют. Ай, блин, об лестницу. Ох, они меня замочили. Опа, а что он тут стоит? Ай! Ой! Блин, ну они реально мощные. Ой! Это жесть просто какая-то. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика мы будем всех мочить. Мы должны всех будем убить. Но для начала мы еще поубегаем от них. Посмотрим, на что они способны. Дим, держи хлеб. О, давай хлеб, это ж моя любимая шутка, я тебе хлеба дам. Спасибо. На, хлеб я тебе дам, только не убивай. Блин, убили меня. Заразы, а. Игра пролагивает. Мне нет. Это же есть твои названия. Это мне, наверное, из-за контента всякого там скачано. О, смотрите, вот он стоит здесь, и мы его сейчас рассмотрим поближе. Ну, пацаны, все, я выиграю, я на батуте сейчас стою. Я выиграю, а давайте попробуем его ударить. О, я его могу бить.
Запинай ногами. Отлично, отлично. Я его убью. Давай, давай, забьем его. Мне кажется, монтировка это очень долго, да, будет? Монтировка 10 хп снимает. 16 монтировка снимает. Ну, все, все, я выживу. Теперь я выживу. А чего не убивает нас? Он застрял. Они могут скапливаться за стенку. Ай-яй-яй! Убил все-таки. От жопа. Так, бежим. Так, пацаны, перехожу в тяжелую артиллерию. Так, в следующий раз, когда будем выживать от них, я все-таки поставлю плоскую большую карту. Даже на Rajem Construct, чтобы было интереснее, тогда они застревать не будут. И мы их поставим 100 штук. Но я вижу, они не нагружают систему. У меня не лагает вообще. У кого-то лагает или нет? У меня не лагает. У меня тоже не лагает. Куча игр может пролагивать. Ну, у меня вообще четко все работает. Они позастревали все. Все, я им буду помогать, чтобы они вытаскивались. А их они надо физганом чуть-чуть трогаешь, и все, они сразу вылазят. И надо показывать путь. Какие они тут... Ладно, шучу. Так. Ого, вы их тут замочили! Нифига себе, смотрите, сколько ребята валяется. А где они там? Да там валяется и куча. Вот еще мертвый. Вот это пацаны жесткие. Есть. Не плачь. Не надо, не надо плакать. Ладно, иду, иду. Так, сейчас, ребята, мы сделаем такую рубрику, когда я очищу. И я вселюсь сейчас скибиди туалета и буду пацанов мочить. И кого я убиваю, тоже берет скибиди туалета. Вы готовы? Да. Ну что, я пошел. Смотрите, смотрите, вот я вижу одного жертву. Это гусанок! Давай! А вот-вот-вот еще одна жертва. Антира, тут пройду я? Да, проходит. Так, 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 догоняем, догоняем, догоняем. Я не убил? Нет. Ах ты же пень! Так, давайте, давайте, быстрее. Так, 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 мы его догоним. Кстати, очень быстрый Nexbot. Так ты обманщик! Ну, а как ты думал? Ой, я тебя слышу, Дим. Эй! Стоять! Так, гусанёк, ты меня троллишь! А ребята, за него тяжело убивать! Очень тяжело убивать! А как я убью тебя? Смотрите, он перепрыгнул! Есть! Гусанёк, ты не поддавался? Нет, ни в коем случае. Ну ты классно меня перепрыгнул. Я думал, ты срать начнешь в меня уже. Ну нет. Так, нас уже теперь двое. Кто последний останется выживший, тот лучший туалетник. Ой, выживальщик туалет. Так, я иду в школу. Кто выживет, то выживет, тот сантехником. О, заварной кофе. Ты убил его уже, Санек? Да. Молодчик, молодчик. Камера, конечно, немножко далековато, но это все равно прикольно. Так, ищем пацанов. Блин, двери нельзя открыть, и цель не работает, чтобы их удалять. Так, 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 а ну давайте здесь. Есть! Блин, да они тяжело управляются, надо двери поудалять. А что, скрима? Скример так, есть? Дим, нажми на правую кнопку мыши, когда будешь человек. А стоп, а кого уже? А что будет? Скример, он будет убивать со скримером. Ой-ой-ой, класс! А кто остался? Так, никого не... А давайте, кто остался живой? Я остался. А, еще хватает. Ага, они тут гранат набросали. Давайте попробуем пройти. А, ничего не случилось. Ты думаешь, что они там? Там, где двери? Полтовый, ты остался? Заходи, заходи. Я остался, да. Запрыгивай своей жопой. Нельзя? Не заходится? Кто еще жив, пацаны? Ну, я остался жив. И все? Я не знаю. Блин, я уже хотел своего мочить. А как ты дверь поломал? Ну, вот, отлично! Блин, хорошо, что ты показал, что можно двери ломать. Все-таки, значит, он двери ломает. Да. Во-во-во, давайте. Толпа скибиди туалетов идет убивать всех. Может, тут в нычке где-то они? Интересно, какой у него это дамаг? Сколько он забирает жизни? Вот это очень интересно. Да тихо, не мочи меня! А ты на улице или где? А стоп, профит. Да блин, никого не вижу. Вообще никого не вижу. Так, разгоняемся. Вот это он быстрый. О, видел кого-то там вроде бы. Ну давайте посмотрим.
Вижу, вижу, вижу. Все, убили. Отлично. Пацаны, ну что, давайте, кто еще живой? Я остался. Последний? А, мы собаками. Да не дамажь меня. Я драка с клинистыми виде туалета. А кто это рядом с ха-ха-ха, махадали. Ладно, ладно, все, все, Дима. Все, и Пика проиграл. Так, давайте теперь, пацаны, сделаем так, что я буду один выживать, а вы все должны меня будете замочить. Давай, давай. Так, давайте я улечу подальше. Ребята, сейчас будет самое интересное, когда я один против всех. Они что, расстояние не убивают, только в притырку? Ну, нет, если нажать на правую кнопку мыши, они делают скример, и можно убить на расстоянии. О, блин. Ну, давайте тогда не будем использовать правую кнопку мыши. Ну, ладно. Все, пацаны, я готов. Дима, пожалуйста, давай сейчас ты сразу умрешь, чтобы было нормально все. Чтобы думаешь? Ты хорошо чтобы подумал? Конечно. Да. Ну все, 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 давайте, я готов сразу умирать. Давай, покажи вещи. Ты не убьешь. А он прыгает разве? А вот скример. Стойте, стойте, дайте еще раз попробую. Да я не знал, что он прыгает так высоко. Ну ё-моё. Дима, не, все, все, я готов. Давайте еще одна попытка. Давай, ну, это была проверочная. Да, мы, конечно, проверочная. Мы тебя пощадим, чтобы ты просто. Я слышу, плакал. Я слышу, выходите. Ой, слышу, кто-то рядом. Блин! Ой, блин! Хорошо, давайте, а давайте я попробую с админским пистолетом. Возможно, будет с вами повоевать или нет? А, нет, конечно. Ха-ха-ха, я псих! А где он? Я псих! Заходите, очкошники! Ой, я на пушку. Ого, тут труп туалета откатывает. Ну идиот! Идиот! Ну блин, все, еще разок попробую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как вы мочитесь! Ну, короче, туалеты сегодня вообще победили жестко. Да. Вот смотрите, как я его, как щенка. Как щенка мочу. Давай, кто на меня из туалетов? Кто? Ты? На. Давай, подходи, подходи, подходи. Ага, ускакал очкошник. Давай. Вот это было мощно. Короче, победили, победили. Пика у нас сегодня победитель, а Гусенек последнее место занял. Да, в смысле? А как ты хотел? Нет, не так? Ну так, все. Ладно, ладно, победила дружба. А Пика последнее место занял. Если понравилась эта серия, вы хотите, чтобы мы еще повыживали с кибиди туалетов, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ой-ой-ой-ой-ой.